Около 5 километров одиночного трамвайного пути по Новосадовой заменят в Самаре в этом сезоне. Обновление выполнят от Барбошиной поляны до кольца у завода Тарасова. По этой линии проходят наиболее востребованные маршруты. Сейчас работы идут от Барбошиной поляны до Нововокзальной. Здесь демонтировали рельсы и контактный провод. Специалисты готовятся к обустройству ливневой канализации. Раньше вода задерживалась на путях, создавая помехи движению трамваев. Такой комплексный ремонт трамвайных путей делают впервые. В этом году мы приступили такой большой масштабной реконструкции, потому что маршрут основной, на нем идут самые большие пассажироемкие маршруты, поэтому, честно говоря, я очень рад, но и думаю, что жители города тоже этому рады. И это впервые в городе, мы давно к этому шли, давно предлагали его отремонтировать, давно просили выделить, наконец-то мы добились, огромное спасибо областному бюджету. После капремонта движение по линии будет более комфортным и безопасным, а поезда смогут разгоняться до 20-22 км в час. В период капремонта 6 трамвайных маршрутов, номера 5, 7, 11, 12, 22, 24, работают по скорректированным схемам. Их можно уточнить на сайте администрации. На этот период по Новосадовой запустили бесплатный автобусный маршрут. Курсирует 30 автобусов в час пика с интервалом 3 минуты. Почти 25 лет я передвигаюсь из дома на работу на трамвае. Ну и сейчас, поскольку стали ремонтировать трамвайные пути, вместо них пустили бесплатные автобусы. Разницы особенно не ощущаю, кроме того, что я очень хорошо экономлю на оплате проезда, потому что они бесплатные. Завершить первый этап ремонта планируют к концу июня. В конце мая ТТУ объявит торги для определения подрядчика, который будет трудиться на следующем участке от улицы Нововокзальной до завода Тарасова. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.